Оксана, сколько себя помнит, всегда была женщиной пышной, но если раньше лишний вес ей не доставлял особых неудобств, то с годами стали возникать проблемы. Представляете, с собой всегда таскать мешок картошки, потаскай-ка его везде с собой. Поэтому и ноги болели, и давление, правда, тут не было, но проблемы очень были. Да даже проблема в том, что ты себе купить ничего не можешь. Как только не пробовала избавиться от ненавистных килограммов, диеты, кодировки, физические нагрузки, не помогало. Поэтому решилась на радикальные меры – хирургическим путем уменьшить объем желудка. В дорожной клинической больнице такие операции проводят уже почти 10 лет. Через небольшие проколы в животе ушивают желудок. Нарушение ткани минимальное, но контролировать качество шва таким образом очень сложно – плохой обзор. Плюс у людей, страдающих ожирением, толстая брюшная стенка, швы плохо срастаются. Чтобы свести такие проблемы к минимуму и исключить человеческий фактор, шивать ткани теперь будет не хирург, а робот. Врачу нужно лишь управлять аппаратом с помощью специальных джойстиков. В момент механического шва, когда нажимается джойстик, нож и сшивание скрепками идет очень плавно, без единого рывка. И плюсом к этому автоматически аппарат считывает обратно, правильно ли идет нож, не попало ли между браншами плюс ткань, не получилось ли, что прихватили что-то другое. После операции пациент только за один год теряет больше 70% избыточной массы тела, и килограммы назад не возвращаются. Такие операции с автоматическим сшивающим аппаратом сегодня только начинают проводить в России, в Москве и Санкт-Петербурге. Оксана стала первой, кого прооперировали в Новосибирске 2 дня назад. Сегодня, глядя на нее, в это сложно поверить. Она уже гуляет по коридорам больницы, немного ест и может лежать на животе. В ближайшие дни женщина уже сможет поехать домой.